Против чего вы протестуете? Расскажите, может, я поддержу. Женщина, против чего вы протестуете? Надо вызвать пожарных, полицию, наверное, я не знаю. Это как бы неправильно. Не, она получит по полной программе, зачем? Не думаю, что она больная. Я думаю, что кто-то, наши украинские друзья ее туда отправили. А чего, мозгов-то самой нет? Ну, видимо, нету. Не знаю. Стоять, сказал! Вот это тетенька, это самое. Она транслирует своим, она своим заказчикам транслирует это все. А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Женщина. Представьтесь, пожалуйста, а. Вы же, наверное, там своим заказчикам-то видео снимали, показывали, что вы делаете.